Друзья, всем еще раз здравствуйте. А пока Викторович вместо того, чтобы работать, просто катает BMW на подъемнике туда-сюда, туда-сюда, мы занимаемся полезным делом. И сегодня у нас в гостях Ford Fusion. Ford Fusion, да. Очень многие ребята катаются на этом автомобиле и довольны. И сейчас мы узнаем, пока ребята там... пока ребята там работают, мы сейчас узнаем, что же с этим Fusion. Нам нужно залезть задние барабаны. Но так как здесь крышкой захватиться не за что, то я показываю. Берем саморез. Снимай. Не пошло. Ага. Будет дубль. Говорила тебе купить саморезы нормально. Значит, я виноват, да? Да нет, это, по-моему, у кого-то руки растут не из того места. Да, уже зашито несколько раз. А потому что почему? Потому что руки режутся именно из жопы. Друзья, ждем, не расходимся. Да, погнали, будет дубль. У нас все по-честному. Если вы уже пробовали зубилом, и у вас ничего не получается, пробуйте саморезом. Тоже пока ничего не получается. Мы взяли опять зубило. Чуть-чуть с места стронуть. Просто чуть-чуть надо стронуть с места. Да. Погнали. Дубль. Угу. Я так понимаю, крышка потом на выброс. А знаете, почему все у нас получилось? А потому что пришел... Потому что подошел Викторович. Это ты. Ты думал, это ты? Ага. Я так понимаю, что крышка на выброс, но самое главное в этом деле результат, друзья. Результат. И что мы видим, крышки нет. Да, и у нас этот тормозной барабан идет вместе с подшипником. Ах, вот так вот. Да. Так. А в чем причина, почему мы проделаем такую процедуру? Скрип при торможении. Ну, собственно говоря, друзья, нам надо было снять. Да, я так понимаю. Если что, мы запишем еще раз. Владельцы фьюжинов. Классный автомобиль. Ох, лучше нас.